Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим, но очень вкусный и сытный картофель, который непременно оцените вы и ваши близкие. Очищенный картофель отварим в подсоленной воде до полуготовности. Также нам понадобится бекон. Далее к картофелю добавляем перец и любимые приправы. Заворачиваем бекон и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 15-20 минут. Картофель по этому рецепту получается очень вкусным и сытным. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!